Добрый вечер, уважаемые коллеги. Нужно начинать. У нас идет уже задержка по таймингу. И я приветствую вас на нашем симпозиуме. Крайне важные это вопросы, практические аспекты ведения пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. И значит, представляю вам вот Анну Александровну Попову, моего тоже со-модератора, сопредседателя. И позвольте слово для доклада представить Хидировой Людмиле Даудовне, доктору медицинских наук, профессору кафедры фармакологии, клинической фармакологии и доказательной медицины Новосибирский государственный медицинский университет. И тема ее выступления – это клиника функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у мужчин молодого возраста. Пожалуйста, регламент. Добрый день еще раз. Ну, известно, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют и вносят основной вклад в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Нам это известно. Но лица молодого возраста, вот это, конечно же, когорта, которая требует внимания в настоящее время. Посмотрите, пожалуйста, получается, умирают в общем около 18 миллионов, а по данным ВОЗ, наша страна, в России, 80% смертей связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями, в числе которых сердечно-сосудистые. Ну, такая общая статистика нам известна, а вот по Новосибирской области, что у нас происходит? Посмотрите, пожалуйста, этот слайд, соответственно, актуальный с нашего сайта Министерства здравоохранения, мы видим, что 49% это болезни системы кровообращения. Важно, что каждый четвертый инфаркт в Новосибирской области молодой в настоящее время. Это такая серьезная, тревожная статистика, я бы сказала. В прошлом году еще с нашими ординаторами инициировали исследования, смотрели лиц молодого возраста, это были призывники, это до 27 лет, и оценивали у них факторы риска, которые могут приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, среди которых определили и традиционные факторы риска, вы их видите, это очень серьезная тема. Больше половины исследуемых пациентов были гипертоники с разной степенью выраженности. Вы видите это на слайде, что нас, конечно, крайне удивило. А когда мы оценили их лечение, оказалось, что только 11% и 0,2% получали лечение постоянное. Другие периодически, некоторые совсем не получали. Этот процент был наиболее велик, 62%. И говоря о препаратах, которые они принимали, ну, в большей степени блокатор РАС, это радует, это основная система, которую нужно контролировать, нейрогуморальная. Бета-блокаторы также получали, потому что симпатикотония у них. Но ряд еще сопутствующих заболеваний, которые надо учитывать у этой категории больных, велик на самом деле. Малые аномалии сердца были выявлены. Диастолическая дисфункция левого желудочка была в крайне малой ситуации. Это замечательно, потому что это молодые мужчины, всего 7,1, это здорово, потому что степень гипертонии была и вторая, и третья зафиксирована. Но что важно еще отметить, сопутствующие заболевания экстракардиального фона. Их тоже достаточно много. Если вы обратите внимание на диаграмму, вы увидите, что в наибольшем количестве встречаются все-таки пациенты с ожирением, да, среди лиц молодых мужчин молодого возраста. Это заболевание желудочно-кишечного тракта, это ЛОР-заболевания, которые обязательно принесут какой-то отрицательный момент в развитии сердечно-сосудистого заболевания, потому что понимаем, что состояние печени, ожирение ведет к стеатогепатозам, стеатогепатитам, которые нарушают метаболический фон, начинаются все формы проявления метаболического дисбаланса с инсулинорезистентностью, которая ведет к предиабетам. И среди наших пациентов были пациенты уже и с сахарным диабетом, их было 6 человек. Поэтому надо сказать, что проблема именно у лиц молодого возраста велика и широка, нам нужно их обследовать. Но сегодняшний доклад должна была представлять одна из наших соискателей кафедры, Захарова Софья Андреевна. Обстоятельства не позволили ей здесь оказаться сегодня, поэтому докладываю я. Она как раз на своих приемах, она практикующий врач, ведет приемы в 24-й поликлинике, у нас занимается наукой, и видела, что проблема есть у некоторых пациентов с эректильной дисфункцией. Действительно, некоторые жаловались. Ну, по изучению проблемы, данный анализ литературы,
я думаю, вы тоже с этим сталкивались, говорит о том, что да, такой вариант проблемы появился, и он нарастает, что важно, что находит отражение в рекомендациях и урологических, и наших кардиологических, вы видите, представлены они, да, получается, что пациент, который обращается к урологу за помощью, да, связанную с эректильной дисфункцией, моложе 40 лет каждый четвертый пациент. Это, конечно, большая цифра. И половина из них имеют тяжелую дисфункцию. Да? И по анализу последних актуальных рекомендаций артериальная гипертония есть, и наличие эректильной дисфункции при этом имеет достаточную выраженность. И в сравнительных исследованиях было доказано, что да, достоверная разница есть у больных с эректильной функцией, с артериальной гипертонией и без артериальной гипертонии. Это то, на что стоит обратить внимание. И как раз наш соискатель занялся этой проблемой, набирает пациентов, изучение проводит всевозможных параметров, потому что очень много еще среди лиц молодого возраста больных уже с активным атеросклерозом и не в одном бассейне. Это тоже очень важно отметить. Но говоря про атеросклероз молодых, о нем начали говорить еще 20 лет назад, да, и сегодня, в настоящее время, есть некоторые результаты, которые демонстрируют нам такой перспективный анализ, да, в течение 6 лет прогрессирование субклинического атеросклероза выявлено было у 32%, вы видите, ключевыми моментами и предикторами его является, мы видим, и курение, да, то, о чем мы говорим, все эти факторы риска, и липопротеиды низкой плотности, атерогенные, и систолическая артериальная гипертензия, это все, конечно же, имеет место быть, и с этим нужно работать. Собственно, поэтому мы и инициировали данное исследование. Я, конечно, поддержала соискателя. Ну, вот они, публикации, все больше и больше, и говорят, что да, должен быть комплексный подход, да, мы должны обращать на это внимание, выявлять эти состояния для того, чтобы минимизировать риски. Новое, актуальное 24-го года исследование, оно прям лежит на сайте Всемирной организации здравоохранения, что оно нам демонстрирует? Демонстрирует молодых людей, здесь до 45 лет с метаболическим синдромом они идут, и оценили у них развитие эректильной дисфункции. И вы видите, более 60%. Это, конечно, серьезная очень цифра. Далее они у них оценивают фибриноген. Вы знаете, фибриноген также является предиктором активного атеросклероза. Да? Мы же понимаем, и коагулогопатия разовьется, соответственно, параллельно и будет прогрессировать. То есть это получается такая группа риска серьезного, высокого и с переходом в очень высокий риск, которым, конечно же, нужно работать. Пока у Софьи Андреевны 72 обследованных молодых мужчин, из них 64 имеют те или иные формы нарушения эректильной дисфункции. Для оценки она использовала валидизированную шкалу, да, которая определена в клинические рекомендации МЕФ-5. Она очень простая. 5 вопросов занимает минуты 3, не больше. Пока мы там заполняем какие-то данные пациента, он нам заполнит шкалу, поскольку пациентам не всегда удобно об этом говорить. Они не желают очно об этом. А написать, отметить вопросники могут. Вот я к тому, что вот те лица молодого возраста, мужчины среднего возраста не должны уйти от этого фактора. То есть мы должны обратить внимание на этот фактор, поскольку и данные литературы, и данные больших перспективных анализах сегодня говорят, что эта проблема существует, и она может говорить о каком-то растущем, прогрессирующем риске развития сердечно-сосудистых осложнений у этой категории лиц. Данный анализ липидного спектра также показал, что динамика атерогенных липопротеидов оставляет желать лучшего. Это были пациенты, которые еще не начинали инициацию статинотерапии, да, статинотерапии. А мы знаем по общим данным, что достижение уровней целевого липопротеида у нас даже у больных с атеросклерозом 7,8. Мы ничего пока сдвинуть с места не можем, несмотря на такой большой арсенал. У нас имеются двойные комбинации, у нас есть инъекционные гиполипидемические, у нас появился инглисеран, бимпедоевая кислота будет. В общем, у нас много ресурсов, но ничего не меняется. Перспективный маркер, который также Софья Андреевна решила, и мы поддержали ее
ее оценивать в своем исследовании. К сожалению, в рамках ОМС такой опции у нас нет, и не все, соответственно, испытуемые, которые у нас участвуют в исследовании, могут себе это позволить. Поэтому пока только 25% обследованных, но из них 14% имеют повышенный уровень липопротеида А мало. Это то, что влияет на прогноз, и это уже доказано, и именно на мультифокальный атеросклероз. Вот это бы мне хотелось отметить, что важно. Далее, что нужно оценить и говорить, мне кажется, вообще, в целом я делаю акцент всегда на это, тревожно-депрессивный, психокогнитивный фактор имеет большущее значение для наших пациентов, а для молодых мужчин особенно важно, потому что это такая уязвимая категория, особенно в наши дни. Нужно обратить на это внимание, и для оценки этого фактора мы довольно часто используем этот ресурс, потому как это один из валидизированных, популярнейший европейский опросник по оценке тревожно-депрессивного синдрома. А мы все помним, что мы, непрофильные специалисты, можем ставить этот диагноз, если он носит синдромальный характер, не нозологический. Мы должны его отметить, чтобы обратили на это внимание другие специалисты, не оставляли без внимания и коррекции этой опции данного пациента с теми или иными формами нарушения. То есть по приказу у нас есть этот 20-й приказ, есть возможность у нас вставить диагноз, можем F11, F2, в зависимости от превалирования тревожного или депрессивного синдрома ставим и лечим. Так вот, что я хочу сказать. Среди этих лиц, молодых мужчин, пока только 72 человека, но тем не менее это наши, вот наши, с нашей области. Мужчины, получается, что 44% из них имеют выраженный тревожный депрессивный синдром, что, конечно же, требует коррекции. Так вот, это же отражается не только на сердечно-сосудистые заболевания, которые имеют частичные данные по подтверждению, но и на эректильную дисфункцию. Да? То есть мы должны понимать, что здесь, конечно, контроль этой опции просто необходим. И мы, собственно, будем эти данные докладывать. Касаемо генетических детерминантов, одной из задач нашего исследования является оценка генетических детерминантов этой категории больных. Ключевыми моментами обозначены гены, которые отвечают за липидный обмен, за воспалительные процессы и за сосудистый тонус. Это очень актуально, но, к сожалению, к этому времени, как мы думали, успеем обработать материал, мы не успели его обработать. Вот, но надо отметить и сказать, что вот инерция I и делеция D в гене ASE, да, уже обработана, и они влияют на уровень активности, мы знаем, ангиотензина, превращающего фермента, и может способствовать развитию атеросклероза однозначно. Такие данные уже есть, мы просто подтверждаем их. Ну, а все это, конечно же, будет усиливать развитие эректильной дисфункции. Да? Поэтому я думаю, эти данные еще дополнятся, мы их представим на следующих встречах. Таким образом, что у нас получается, говоря о лицах молодого возраста, о молодых мужчинах? Да, у них есть высокая частота артериальной гипертонии, я вам сказала, больше половины, 52% было. И определенные особенности, которые мы отмечаем, они связаны не только с наследственной предрасположенностью, что несло такое вот третье место по значимости, если мы говорим про факторы риска. Малые аномалии сердца, так или иначе, будут на патогенетические, патофизиологические процессы влиять. Всякое нарушение распорядка дня, гиподинамия, нарушение питания, сна, все это имеет значение, безусловно, будет приводить в агрессию симпатическую нервную систему, и гиперсимпатикотония, безусловно, будет влиять и на тонус сосудов, будет влиять и на частоту сердечных сокращений, тахиаритмии будут нам давать гипертензии, будут давать электрическую нестабильность сердца. И таким образом мы получаем разные нарушения ритма, да, которые формируют риски тяжелых исходов, плохих исходов. У нас очень много пациентов, которые имеют пароксизмальную фибрилляцию предсердия. Так, на минуточку, фибрилляция предсердия – это вообще декомпенсация сердца. Это возникает тогда, когда процессы физиологичные просто нарушились в результате ряда проблем. Это могут быть метаболические проблемы, да, это могут быть гемодинамические проблемы, это могут быть проблемы психосоматического ряда. Вот. Ну, конечно же, все это имеет значение.
Вот, так вот, касаемо эректильной дисфункции, конечно же, это тоже ранний признак сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мы и говорим про это. А касаемо генетических маркеров, почему мы их смотрим? Ведь посмотреть генетический маркер – это очень непросто. Это очень непросто, могу даже сказать по своему исследованию. В моем исследовании в недавнем было 884 человека. Вот, пытались выявить гены, экспрессирующие у мужчин среднего возраста в экстракардиальной коморбидности. Это очень сложно, и здесь фильтры жесткие. Получим мы ли что-то или нет, не знаю, посмотрим. Но, по крайней мере, это будет накоплением материала. А если мы определим генетические маркеры, связанные с риском эректильной дисфункции, это может способствовать разработке персонифицированного алгоритма. Это и является основной целью нашего исследования. Разработать персонифицированную модель, алгоритма действия для этой категории лиц, для молодых мужчин, да, которые склонны к развитию атеросклероза и у которых отмечается эректильная дисфункция. Итак, в заключение, что можем сказать, что состояние сердечно-сосудистых заболеваний у молодых мужчин тесно связано с рядом факторов, которые мы с вами обсудили, и сосудистые, и метаболические, и образ жизни. Одним из клинических проявлений, связанных с сосудистой дисфункцией, это эректильная дисфункция, является которая может служить ранним предиктором кардиоваскулярных заболеваний. Поэтому опросник можно давать, возможно, это будет одним из ключевых моментов. И, конечно же, необходима ранняя диагностика и коррекция таких состояний для того, чтобы улучшить и качество жизни, безусловно, да, но и снизить риски сердечно-сосудистых осложнений для этой категории больных. Это очень важно, на мой взгляд. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, спасибо, Людмила Даудовна. Так, вопросы, коллеги, как мы сразу будем или в конце? Хорошо. Хорошо, спасибо. И следующий доклад профессор Попова Анна Александровна, Новосибирский государственный медицинский университет, кафедра поликлинической терапии. Доклад «Возможности персонализированного подхода к диагностике и вторичной профилактике пациентов с хронической сердечной недостаточностью при ишемической болезни сердца, коморбидной с сахарным диабетом второго типа и остеопорозом». Добрый день, глубоко уважаемая Оксана Николаевна, глубоко уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня говорим об очень серьезных проблемах, которые посвящены и вопросам выявления, и вопросам ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И сегодня уже неоднократно упоминалось о том, что да, патология заболевания сердца и сосудов – это проблема, это высокая частота встречаемости, это свой вклад в структуру смертности, это, к сожалению, и только что говорили, говорила об этом Людмила Даудовна, коморбидные пациенты. И, как правило, мы среди наших больных видим одну из таких частых коморбидностей, как сахарный диабет, например, да, в категории пациентов с заболеваниями сердца и сосудов. Но я хотела бы еще обратить ваше внимание на такую проблему, как остеопороз. Ведь работая с нашими пациентами, мы чем дальше, тем больше встречаем больных старшей возрастной группы. Естественно, большой процент – это женщины, а это всегда группа риска по развитию остеопороза. Так вот, это еще одна проблема, на которую следует обращать внимание. Тем более на территории Российской Федерации сейчас зарегистрировано порядка 14 миллионов пациентов с диагнозом остеопороз. Порядка 20 миллионов – это пациенты, которые имеют диагноз остеопения. И в совокупности, что дает эта коморбидность, как обычно, как и любая коморбидность? Это проблема клинических проявлений и основного, и сочетанных заболеваний. Это всегда проблема подбора терапии. Это, естественно, проблема снижения качества жизни. И это, естественно, проблема прогноза у таких пациентов. Я позволю вам себе напомнить буквально в двух словах, что остеопороз – это метаболическое заболевание скелета, и оно характеризуется снижением костной массы, нарушением микроархитектоники костной ткани, ну и, как следствие, это переломы даже при минимальной травме. А опять-таки мы с вами прекрасно знаем, что такое перелом для пациента с заболеваниями сердца и сосудов, ограниченная подвижность, это уже другие риски и так далее. Остеопороз, я думаю, вы помните, есть и первичный, и вторичный, и это полиэтиологическое заболевание, очень много действительно причин, связанных с его возникновением, очень много причин, которые влияют на снижение костной массы, таких как и нарушение обмена
нарушение функции гормонов щитовидной пары, щитовидных желез, и нарушение обмена фосфора, кальция, и обмена витамина D и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день действительно причин и факторов, вызывающих или способствующих развитию остеопороза, много, но тем не менее одними из основных считается возрастная потеря костной массы и дефицит эстрогенов. С другой стороны, мы помним, что уменьшение уровня эстрогенов – это всегда рост риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин в период постменопаузы. И на сегодняшний день очень много, в общем-то, уделяется внимание, привлекается внимание исследователей к проблеме коморбидности, атеросклероз, остеопороз. Ряд исследований доказали взаимосвязь между атеросклерозом и остеопорозом, обозначив общие патофизиологические механизмы, фармагенты. Сегодня мы знаем, что, в общем-то, костная и сосудистая ткани имеют ряд общих морфологических и молекулярных свойств, в частности, сосудистый кальцификат примерно имеет тот же состав, что и костная ткань, да, и остеопонтин, и остеокальцин, и так далее, и так далее. Стенка артерии, которая поражена атеросклерозом, состоит из предшественников остеобластов. Они, в свою очередь, могут синтезировать минеральные компоненты, характерные для костной ткани. Одно из исследований достаточно давно уже продемонстрировало, что снижение минеральной плотности костной ткани лучевой кости на одно стандартное отклонение от нормы увеличивает риск преждевременной смерти на 40% в течение последующих 2 лет. И, в частности, от смерти, которая ассоциируется с мозговыми инсультами. Ну и, собственно, важное значение в понимании роли остеопороза в генезе заболеваний сердечно-сосудистой системы имеет и тот факт, что окисленные липиды низкой плотности потенциально могут стимулировать опосредованную остеокластами резорбцию костной ткани и развитие остеопороза. К новым механизмам кардиоваскулярной патологии на сегодня относится и воспаление, которое увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так известно, что повышение уровня высокочувствительного цирреактивного белка является независимым предиктором рецидивирующей ишемии и смерти пациентов от ишемической болезни сердца. Ну и, наконец, большой интерес представляет сегодня значимость остеопонтина как одного из биомаркеров сердечно-сосудистого ремоделирования. И мы с вами помним, что остеопонтин – это многофункциональный протеин, он участвует не только в ремоделировании костной ткани, но и обеспечивает экспрессию цитокинов, регулирует клеточную миграцию, адгезию, дифференциацию различных клеток. Дефицит остеопонтина сопровождается выраженной дезорганизацией внеклеточного матрикса и нарушением синтеза коллагена первого типа. Кардиомиоциты тоже были выявлены как основной источник остеопонтина при заболеваниях сердца. Так, в исследованиях было продемонстрировано, что экспрессия остеопонтина повышена в гипертрофированном миокарде, где он моделирует активацию П38 киназы и развитие гипертрофии миокарда в ответ на хроническую перегрузку давлением. Известно, что увеличение экспрессии остеопонтина при диабетической кардиомиопатии активирует апоптоз кардиомиоцитов, гипертрофию, фиброз путем модуляции активности протеинкиназы. Ну и экспрессия остеопонтина повышается не только в макрофагах, но и в гладкомышечных эндотелиальных клетках, коронарных атеросклеротических бляшках человека. Для того, чтобы использовать остеопонтин в качестве терапевтической мишени, нам, конечно, нужно понимать вообще прогностическую роль этого показателя, фермента, скажем так, да, белка при различных патологических состояниях сердечно-сосудистой системы. И вот, собственно, комплексный подход для изучения патогенетических механизмов и ишемического, и углеводного, и фосфорно-кальциевого дисбаланса и так далее позволяет нам провести сравнительный анализ прогностической значимости различных патологических факторов, которые вовлечены в развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности у пациентов с ишемической болезнью сердца, в том числе коморбидность, диабетом, остеопорозом. Ну и как, возможно, в будущем это позволит нам говорить уже о каком-то индивидуальном подходе к вопросам лечения и профилактики этой группы пациентов. Целью нашего исследования явилось изучение прогностической роли остеопонтина для стратификации риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и переломов костей у женщин с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом второго типа и остеопорозом. В наше сравнительное 36-месячное проспективное исследование мы включили 78 женщин, возраст 50-65 лет, средний возраст составил 57,1.
Это все пациенты имели хроническую сердечную недостаточность, как я уже сказала, коморбидную с диабетом и остеопорозом. Разделили мы этих женщин на две подгруппы. Первая подгруппа включала пациентов с исходным уровнем остеопонтина меньше, чем 21,4 нанограмм на миллилитр, а вторая больше, чем 21,4 нанограмм на миллилитр. Группой сравнения явились группа женщин среднего возраста 56 лет без нарушения гемодинамики, углеводного и минерального обменов. Критериями включения были диагноз хронической сердечной недостаточности, наличие стабильной стенокардии, коморбидный сахарный диабет второго типа с достигнутым целевым уровнем гликированного гемоглобина менее 7%, ну и, безусловно, подписанное информированное согласие пациентов на участие в исследовании. Критериями не включения были все патологии, для которых характерно развитие остеопенического синдрома, то есть и онкология, и ревматология, и миокардиты, перикардиты и так далее. Содержание сывороточного остеопонтина мы определяли твердофазным иммуноферментным методом в соответствии с инструкцией. Остеопороз диагностировали, опираясь на Т-критерии, выставлялся диагноз остеопороза при Т-критерии менее чем минус 2,5. За первичную конечную точку была принята смерть от сердечно-сосудистых причин, за комбинированную конечную точку принимали смерть от общих причин, нефатальный инфаркт миокарда, инсульт, случай госпитализации с декомпенсацией сердечной недостаточности и остеопаритические переломы. Все пациенты, безусловно, осматривались с нами исходно и в динамике через 36 месяцев. Безусловно, мы применяли общепринятые стандартные лабораторные инструментальные методики, которые прописаны во всех клинических рекомендациях. Частоту комбинированной конечной точки мы оценивали по летальности, по повторным госпитализациям, перенесенному инфаркту, инсульту, фибрилляции предсердий и остеопоритических переломов. Ну и для обработки материала, безусловно, принимали пакет статистических программ и рок-анализ. Надо сказать, что все пациентки, включенные в исследование, были сопоставимы по перенесенному ранее инфаркту миокарда, острому нарушению мозгового кровообращения, тромбоэмболии легочной артерии и остеопоритическим переломам. И в результате проведенного исследования, безусловно, во-первых, мы установили достоверное повышение уровня экспрессии остеопонтина у пациенток первой и второй группы по сравнению с группой сравнения или группой контроля. За период наблюдения за 36 месяцев во второй группе две пациентки, к сожалению, скончались на фоне декомпенсированной сердечной недостаточности. В группе сравнения таких фатальных событий не отмечено, к счастью. И в целом у пациенток второй группы, где уровень остеопонтина был больше, чем 21,4 нанограмм на миллилитр, по сравнению с первой группой, мы выявили риск кумулятивной частоты комбинированной конечной точки кардиовазгулярных событий более высоким. Если посмотреть на раздельный анализ, то за 36 месяцев наблюдения, в зависимости от уровня остеопонтина, мы зафиксировали во второй группе прогрессирование хронической сердечной недостаточности и остеопоритические переломы. То есть риск этих неблагоприятных событий был более высоким, чем в первой группе, более высоким, чем в первой группе. Ну а риски инфаркта миокарда, мозгового инсульта и декомпенсации сердечной недостаточности повышались несущественно. Применение рок-анализа по значениям остеопонтина выявило, что уровень маркера остеопонтина более чем 21,4 с чувствительностью 83% и специфичностью 62% позволяет прогнозировать наступление неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ишемической болезнью сердца, диабетом второго типа и остеопорозом. А применение рок-анализа по значению минеральной плотности костной ткани при повышенной экспрессии уровня остеопонтина выявило, что минеральная плотность костной ткани по Т-критерию равному меньше, минус 2,5 имеет прогностическую значимость в отношении кумулятивной точки, предсказывая вероятность наступления неблагоприятных клинических событий с чувствительностью 72%, специфичностью 42%, а при принятии за кутов значение минеральной плотности костной ткани больше, чем минус 2,5, чувствительность уже теста составила 79%, специфичность 61%.
Также у пациенток с остеопонтином более чем 21,4 нанограмм на миллилитр регистрировалась большая частота переломов костей. При этом у пациенток с дефицитом минеральной плотности костной ткани больше, чем минус 2,5 по Т-критерию регистрировалась большая частота неблагоприятных клинических событий, включая декомпенсацию сердечной недостаточности, в частности, и переломы костей. Таким образом, уровень остеопонтина больше, чем 21,4 нанограмм на миллилитр с чувствительностью 83%, специфичностью 62%, позволяет с высокой вероятностью прогнозировать наступление неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом второго типа и остеопорозом. Ну а остеопонтин, в общем-то, может являться независимым фактором риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и переломов костей у женщин с коморбидной патологией, включающей сердечную недостаточность, диабет второго типа и остеопороз. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Анна Александровна. Очень интересное наблюдение. Действительно, сегодня коморбидность – это вот наше все. И следующий докладчик представляю я Оксану Ярославну Васильцеву, доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника ФГБУ НМИЦ имени академии Камешалкина. И тема выступления – это хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Все ли так сложно? Такой вопрос. Все. Давайте. Так. И, коллеги, вот начну я с того, что когда мы говорим о ХТЛГ, в общем, считается, что это достаточно редкий вариант патологии, но это не совсем так. Наверное, так говорит каждый, кто этим занимается, но тем не менее. Также и, можно сказать, и о тромбоэмболии. Так вот, какая самая частая жалоба пациентов с ХТЛГ? Ну, самая частая – это одышка. И поэтому любой пациент с одышкой потенциально – это пациент, имеющий ХТЛГ. И с точки зрения диагноза она должна быть включена в список. Наличие тела в анамнезе. В общем, это такой стандартный вариант. Казалось бы, если тела в анамнезе нет, то не о чем говорить, но это не так. Примерно 60% имеют манифестирующую тромбоэмболию, клинически достаточно выраженную для того, чтобы поставить диагноз. Не факт, что он ставится, но тем не менее. А процентов 40 имеет стертую картину, когда даже и понимая, что такое возможно, поставить этот диагноз, ну, он не так очевиден. И хочу еще напомнить, что с точки зрения патологоанатомов тромбоэмболия диагностируется в 30-40% случаев. Остальное диагностируют патологоанатомы. Так что наличие или отсутствие тела в анамнезе не факт, что ХТЛГ нет. Тромбоэмболия у родственников – это тоже достаточно частый вопрос, который принято задавать пациенту, у которого мы подозреваем ХТЛГ. Однако далеко не всегда родственники имеют тромбоэмболии у этих пациентов, или они знают о том, что родственники имели. Ну и, наконец, отеки на ногах – тоже такой классический, в общем, признак с точки зрения хронической венозной недостаточности, с точки зрения ХСН по большому кругу кровообращения. Однако и они не всегда могут помочь, потому что если полной обструкции венозного оттока нет, по той или иной вене нижних конечностей отеков может и не быть. Ну и, соответственно, появилось некое понятие в течение последних 3-4 лет посттромбоэмболический синдром, который встречается у 40-60 пациентов, выживших после ТЭЛа. Это неполное рассасывание тромба у пациентов после острого эпизода тромбоэмболии, несмотря на адекватную антикоагулянтную терапию в течение 3 месяцев. И, соответственно, одышка, которая остается у пациентов после ТЭЛа, должна быть поводом для дальнейшего обследования.
Соответственно, если мы говорим ХТЛГ, то фактически два контингента пациентов нас интересуют, на самом деле три, но два таких основных базовых – это пациенты с одышкой и пациенты с легочной гипертензией, которая выявлена при скрининговом исследовании, то есть при кардиографии. Но есть еще третий контингент – это пациенты с неспецифическими жалобами типа общей слабости, быстрой утомляемости. Это отдельная, менее очевидная категория. Итак, критериями легочной гипертензии, ХТЛГ в частности, считается в настоящее время повышение среднее давление выше 20 мм ртутного столба, измеренное в покое, полученное по данным катетеризации правых делов сердца. В 2022 году на Европейском конгрессе было принято это значение легочного давления, и в рекомендациях российских оно появилось в 2024 году. Ну и, соответственно, скрининговый метод – это эхокардиография. Но хочу обратить еще раз внимание о том, что здесь измеряется не среднее давление, а систолическое давление в правом желудочке, которое вот в стандартный протокол входит. Другое дело, что мы можем принять в своем учреждении, что будет измеряться, то есть рассчитываться и среднее давление, но и среднее, и систолическое – это расчетные показатели, это не прямое измерение, поэтому погрешности возможны. И второй пункт, который нам нужен для ХТЛГ, это дефект контрастирования легочной артерии по данным компьютерной томографии. Ну или проведенная сцинтиграфия перфузионная и вентиляционная, и регистрация вентиляционно-перфузионного несоответствия. Ну, соответственно, про клинические проявления. Если одышка при нагрузке есть, то интересуют еще другие варианты жалоб. Это утомляемость, слабость, это сердцебиение, это головокружение, это синкопальные эпизоды, это отеки нижних конечностей, вздутие живота, речь идет уже об асците фактически, боли в грудной клетке, кашель, кровохарканье. Ну, все они не специфичны, поэтому даже если они есть, они могут и не нацелить нас на соответствующий диагноз легочной гипертензии, в том числе и тромбоэмболическая. И даже в европейских, по данным европейских регистров, диагноз ставится после третьего посещения врача. Не то чтобы это ориентир, но, скорее всего, у нас это более длительный путь для пациента с легочной гипертензией. Обычно он более длительный. Ну и, соответственно, диагностический алгоритм для пациентов с легочной гипертензией – это рентгенография грудной клетки, ЭКГ, эхокардиография и дальнейшее уже более углубленное исследование. Рентгенография ставит целью исключить заболевание легких органов средостения и дифференциальный диагноз между группами легочной гипертензии. ЭКГ исключить заболевание сердца, в том числе и дифференциальная диагностика между группами легочной гипертензии. Эхокардиография, опять же, исключить заболевание сердца и дифференциальная диагностика между группами легочной гипертензии. И дальше мы подходим к более специфическим обследованиям, которые обычно делаются уже в экспертном центре. Это катетеризация правых отделов сердца и проба на вазореактивность, если она нужна. Соответственно, вот что мы ищем для подтверждения нашей версии о том, что легочная гипертензия у пациента есть. По данным входных исследований, таких неспецифических, скрининговых. И дальше, если мы пошли по пути катетеризации, подтвердили, что давление среднее в правых отделах, в легочной артерии и в правом желудочке больше 20 мм ртутного столба среднее, то функция внешнего дыхания, ночное исследование для исключения апноэ во сне, перфузионная сцинтиграфия, серологические исследования для исключения ВИЧ, то есть других форм легочной гипертензии, и верифицированный диагноз с указанием класса, прогноза, оценки и типа терапии. Ну, тест 6-минутной ходьбы, он скорее носит значение о состоянии пациента и возможности дальнейшего его лечения, его резервов. Ну, соответственно, дальше диагностический алгоритм, симптомы, признаки анамнез легочной гипертензии, кардиография, и мы определяем высокая или промежуточная низкая вероятность и выявляем заболевание левых отделов сердца, заболевание легких, если нет признаков дисфункции, нет ли признаков дисфункции правого предсердия, правого желудочка, тогда мы фактически легочную гипертензию уже исключаем. И есть признаки дисфункции правого предсердия, правого желудочка. Это повод для обращения в экспертный центр.
И вариант еще другой – это идти по пути контрастирования легочной артерии, оценки легочного кровотока, и при наличии дефектов перфузии или КТ с контрастированием имеет признаки обструкции, обратиться в экспертный центр. Вот таким образом, такие у нас есть основополагающие документы, которые сейчас используются для установления диагноза. И в 2024 году появился новый документ. Это рекомендации по легочной гипертензии российские. Вот я коротко очень. Соответственно, если у вас появляются пациенты подходящие и с легочной гипертензией, и с ХТЛГ в частности, то мы готовы дальше помочь по их обследованию и лечению. Вот такие телефоны, можно обращаться. Плюс у нас есть консультация, телемедицинская консультация по документам, можно идти по этому пути. В целом мы и по телефону отвечаем, но дальше уже объясняем, каким образом двигаться. Ну вот, спасибо вам. Очень интересно, действительно, очень с таким практическим уклоном сообщение, потому что сегодня маршрутизация таких пациентов, она также крайне важна, и диагностический алгоритм. Ну что, коллеги, следующий докладчик у нас Васильцева Елена Николаевна. Правильно, да? Ой-ой-ой, прошу прощения, Павлюкова Елена Николаевна, да, Павлюкова Елена Николаевна, просто здесь вот немножко так. Да, тоже у нас ФГБУ МИЦ имени академика Мишалкина, и доклад, это клиническое значение оценки деформации левого и правого желудочков у больных дегенеративными пороками сердца. Пожалуйста, Елена Николаевна и группа авторов. Уважаемые коллеги, вы знаете, что сейчас продолжительность жизни нашего населения увеличивается, и соответственное количество дегенеративных пороков сердца будет увеличиваться. Это касается как артальных стенозов, дегенеративного артального стеноза, так и дегенеративного поражения митрального клапана. Это не только болезнь Барлоу, отрыв хорд, пролапс митрального клапана, но и фиброзный эластичный дефицит. Следовательно, группа больных с такими патологиями нарастает и увеличивается, соответственно, группа пациентов, которые в последующем будут страдать инвалидизацией, и у этой группы больных впоследствии будет развиваться повышенная и смертность. Однако, какие критерии используются, когда надо оперировать этих больных? Обратите внимание, здесь я привела клинические рекомендации европейские за 2017 год, которые касаются именно дегенеративной митральной регургитации. Все, как и артального стеноза, так и митральная недостаточность, пишут следующее, что если больной бессимптомный, то надо его наблюдать и при появлении признаков сердечной недостаточности либо снижения фракции выброса больного необходимо тогда только оперировать. В то же время очень скользь в этих рекомендациях, буквально в одном разделе написано следующее, что деформация и скорость деформации может быть использована для количественной оценки функции миокарда у бессимптомных больных с фракцией выброса 60-65%, и в этом случае не можно решать вопрос, оперировать ли этого больного или нет. Если же мы рассмотрим на стандартные новые показатели визуализации, то обратите внимание, стандартные показатели касаются только конечно-диастолического размера, фракции выброса левого желудочка, переднего-заднего диаметра левого предсердия, объема левого предсердия и размера функции правого желудочка, то, что мы часто оцениваем по проценту изменения площади левого желудочка и скорости движения фиброзного кольца, то есть ТАПСА. Какие же новые показатели? Новые показатели – это глобальная деформация левого желудочка в продольном направлении, отсюда вытекает механическая дисперсия, оценка деформации левого предсердия в фазу резервуара и желательно оценивать фракцию выброса левого желудочка в 3D-объеме. Поскольку мое сообщение касается только продольной деформации левого и правого желудочка, я буду касаться в этом сообщении только этих аспектов.
Для начала давайте разберем, что такое деформация левого желудочка. Если мы представим мышечное волокно в период диастолы, какую-то ее определенную длину, в систолу мышечное волокно сокращается на какую-то еще определенную длину. Так вот, отношение этой длины в систолу относительно его первоначальной длины в диастолу, это и есть как раз деформация деформация данного мышечного волокна, что в англоязычной литературе получило название «strain». А скорость, при котором происходит укорочение этого мышечного волокна, называется в англоязычной литературе «strain rate». Поскольку мы изучаем функцию в продольном направлении, соответственно, у нас происходит укорочение, и, следовательно, кривые направляются ниже изолинии. Поэтому вся деформация в норме обозначается знаком минуса. Если мы имеем в виду деформацию плюс, то есть когда кривые находятся выше белой изолинии, то и в этом случае мы говорим, деформация данного сегмента или левого желудочка отсутствует. Используя деформацию по стандартным показателям, мы можем получить схему по типу бычий глаз, вот такую полярную карту с оценкой деформации левого желудочка, глобальной деформации левого желудочка. Итак, это больной клинический пример. Вы видите дегенеративную митральную регургитацию, вы видите у него объем митральной регургитации. Вы видите, что несмотря на нормальное значение фракции выброса 54 для 3D, это норма, у него имеет место снижение деформации левого желудочка, а синим, что обозначено, это говорит о том, что базальный сегмент задней стенки, деформация левого желудочка отсутствует. Следующий пример. То же самое мы видим, что у больного с дегенеративным артальным стенозом, вы видите, это выраженный артальный стеноз, вы видите, фракция выброса нормально, глобальная деформация минус 12, при норме минус 18. Таким образом, мы можем сказать, для чего нам нужно оценивать эту деформацию. А потому, что даже эти значения деформации нам могут в исходе до операции уже предсказать выживаемость этих пациентов. То есть для дегенеративных митральных стенозов пограничное состояние деформации – это минус 18%. Те больные, у которых имеют ниже это значение, у них выживаемость в послеоперационном периоде меньше по сравнению с больными с нормальной деформацией. Даже если мы возьмем процент изменения этой деформации относительно исходной, более 10%, это тоже является крайне неблагоприятным симптомом. Если говорить артальный дегенеративный порог, то в этом случае пограничное состояние принимается минус 14, минус 15, ну, будем грубо говоря, значение. И в этом случае, если деформация левого желудочка менее 14%, то это тоже является прогностически неблагоприятным признаком. Далее, что еще необходимо обращать внимание? Необходимо обращать на деформацию правого желудочка. Обратите внимание, несмотря на то, что фракция выброса правого желудочка находится в пределах нормы, тем не менее, на верхнем случае мы видим глобальную деформацию в пределах нормы, ниже мы видим деформация левого желудочка снижена. То есть в нижнем случае мы имеем с вами бивентрикулярную субклиническую систолическую дисфункцию у больного с дегенеративной болезнью митрального клапана. Если же касаться относительно дегенеративного артального стеноза, то здесь то же самое. Обратите внимание, несмотря на то, что фракция выброса в пределах нормы, тем не менее деформация правого желудочка снижена. В настоящее время считается, что 30-40% больных с артальным, выраженным артальным стенозом, с нормальной систолической функцией левого желудочка имеют нарушение, субклинические нарушения функции правого желудочка. И для чего это нам надо? А потому что если это значение менее 14%, то, как правило, это прогноз этих больных крайне неблагоприятный. И по значению минус 14% мы можем в последующем, даже до операции, этих больных стратифицировать по рискам развития внезапной смерти и решать вопрос, оперировать этого больного или нет.
На основании деформации левого желудочка сейчас появляется новый показатель, который позволяет нам оценить миокардиальную работу. Миокардиальная работа состоит из 4 показателей, я вскользь не буду подробно останавливаться. Но хочу сказать, мы можем оценить работу, которая положительная, это конструктивная работа. Неэффективная работа – это работа левого желудочка в холостую. Мы можем оценить эффективность глобальной работы и индекс миокардиальной работы. Для чего это надо? Вот обратите внимание, 2 клинических больных с болезнью, с выраженной недостаточностью митрального клапана. Верхний, вы видите, что как верхний, так и нижний, глобальная деформация левого желудочка у них в пределах нормы. Однако внизу даже более снижена. Однако обратите внимание, ГВЕ – это эффективность миокардиальной работы. Там она даже снижена, хотя глобальная деформация у него выше, чем по сравнению с твоим с нижним пациентом. Здесь GLC минус 12,7, однако эффективность миокардиальной работы 93. То же самое это можно и привести и больному с дегенеративным пороком сердца. Для чего это нам необходимо? Потому что сейчас появляются данные, которые говорят о том, что по значениям показателям миокардиальной работы мы можем также стратифицировать больных с артальным стенозом по факторам риска, а также по выживаемости больных после оперативного лечения, как открытого оперативного вмешательства, так и эндоваскулярного. И вот последняя работа за 2024 год. Обратите внимание, здесь приводятся 3 модели. Первая модель – это те показатели, которые оцениваются общепринятые. Второй модели мы добавляем фактор натриуретический пептид NT-proBNP. И только при третьей модели, когда мы добавляем показатель миокардиальной работы, он посмотрите, значимость оценки модели значительно выше. Таким образом, оценка деформации левого и правого желудочка должны войти в рутинную клиническую практику с целью выявления субклинической систолической дисфункции левого и правого желудочка у больных с дегенеративными пороками сердца, с целью выявления времени оперативного вмешательства, а также прогноза выживаемости больных после оперативного лечения. Миокардиальная же работа левого желудочка позволяет нам по-новому оценить систолическую функцию при сердечной недостаточности. Эти значения, надеюсь, могут помочь нам в прогнозе выживаемости больных с дегенеративными пороками сердца. Однако эту технологию необходимо тестировать в крупных исследованиях, поскольку эта технология буквально ворвалась в ультразвуковую науку буквально последние 2 года. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Николаевна. Очень красиво представлен доклад. Действительно убедительно, очень и наглядно. Спасибо большое. Так, коллеги, я тоже хочу представить доклад от группы авторов. Это кафедра факультетской терапии имени профессора Григория Денисовича Залесского. И вот сегодня это научно обоснованные, практикоориентированные подходы в реализации программ кардиореабилитации через призму собственного опыта. Покажу вам, на какой базе у нас проводится сегодня медицинская реабилитация пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Сегодня это очень актуально. И вот если мы с вами представлю вам действительно обзоры, которые демонстрируют сегодня высокую значимость таких методик, тренировок на системной основе с поэтапностью в практике наших вот медицинских организаций. Но хочу сказать, что на самом деле вот на сегодняшний день, говоря о комплексной медицинской реабилитации, которая начинается ранее, на вот этапе уже после события, после инфаркта миокарда у пациентов или через кожных коронарных вмешательств, хирургических, конечно, это те вот самые
ну, в общем-то, ранний этап, он включает, в общем-то, первый стационарный госпитальный этап. И далее это уже реабилитация в условиях специализированных отделений медицинской реабилитации тоже на стационарной койке. Сегодня в Новосибирской области есть такая возможность. Вот все, о чем я говорю, вся эта этапность, она, в общем-то, представлена именно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И третий этап – это дневные стационары, которые при себе также, в общем-то, развернуты койки по именно медицинской реабилитации. Это дневные стационары, ориентированные на реабилитацию пациента. Вот такая вот преемственность, она действительно позволяет подходить комплексно и системно к пациентам, пациентоориентированности и такой вот персонализированный подход. Ну и вы видите, что вот команда, которая работает на всех этапах, это мультидисциплинарная реабилитационная команда. Ключевой фигурой на сегодняшний день является в этой команде врач физической реабилитационной медицины. И если говорим мы о кардиореабилитации, то это, конечно, специалисты-кардиологи входят также в состав этой бригады. На сегодняшний день разработан профессиональный отдельный стандарт для врача физической реабилитационной медицины. И вот требования европейские, наши, российские по обучению именно этой специальности. Достаточно молодая сегодня эта специальность для Российской Федерации, но и, в общем-то, и в мировой практике тоже так же. Если говорить о нормативно-правовой базе, что мы сегодня имеем? Мы имеем, в общем, весь регламент нормативно-правовой, все приказы и по Новосибирскому Сибирской области тоже региональные приказы по маршрутизации пациентов. Частный сектор включился в эти программы, коллеги, санаторно-курортный этап. Ну, то есть, в общем-то, все базы. И, конечно, руководствуемся клиническими рекомендациями. Вот все, если говорить о нозологиях и при ишемической болезни сердца, при инфаркте миокарда, в реабилитации сегодня прям целые разделы в новых клинических рекомендациях для пациентов с сердечной, хронической сердечной недостаточностью. То есть вот эти вот все разделы, касаемые вот непосредственно реабилитации, они сегодня обновлены. И это, конечно, очень радует. Ну и говоря вот уже, если рассматривать на вот этапе и стационарном, и амбулаторном, то, конечно, это очень сегодня нам помогают вот такие клинические рекомендации, которые также разрабатываются совместно с союзом наших специалистов, Всероссийский союз реабилитации. То есть вот тоже, мы, если говорить о медицинских сообществах, это Союз реабилитологов России, это Европейская ассоциация физической реабилитационной медицины, ну и, конечно, это наши, в общем-то, российские ассоциации, Российская ассоциация кардиологов, специалистов, вот также физиотерапевтов, спортивной медицины тоже включаются. Ну и вот на сегодняшний день, если говорим о научных публикациях, о поддержке, где мы черпаем свои знания, научно обоснованный подход к проведению техник, методик реабилитационных, конечно, сегодня есть все возможности, я уже говорила, европейское сообщество, сегодня очень включилась и площадка вот как конкретно как рейновской реабилитации, и сегодня российские сообщества работают очень активно над решением самых важных задач по научно обоснованным подходом к медицинской реабилитации. Ну и если мы посмотрим, то сегодня есть отдельные программы, и очень хорошо, что они федерального уровня, которые позволяют внедрять самые прогрессивные методики, оснащать базы наши клинические, в том числе вот на региональном уровне. И сегодня это, конечно, наши новосибирские программы. Регион вошел в федеральную программу, и мы вот уже третий год в этой программе работаем регионом. И, конечно, есть уже полностью оснащенные, вот как положено, аккредитованные, оснащенные отделения по всем вот требованиям оснащения отделений, по порядку оказания медицинской помощи, кардиореабилитации.
Ну и вот я хотела как раз представить, это сегодня федеральный проект очень важный, это оптимальный для восстановления здоровья медицинская реабилитация. Сегодня отдельное поручение президента, это 2024 год о реабилитации пациентов, наших участников специальной военной операции и пациентов кардиологического профиля. Ну вот в связи вот с той актуальностью, высокой смертностью, распространенностью заболеваний, поэтому, конечно, для пациентов кардиологического профиля это очень-очень важно, коллеги. И вот наша региональная программа, я о ней тоже уже говорила, это новосибирская программа тоже, которая, в общем-то, действительно входит вот в частью, является федеральной программой. Ну и, конечно, наш приоритетный теперь национальный проект, это активная продолжительная жизнь. Проект рассчитан на этапы, это этапы до 2036 года. Значит, есть медицинская реабилитация, кардиореабилитация занимает очень важные позиции. Ну и давайте сейчас мы посмотрим все-таки, какие у нас есть научные направления, тоже очень интересные и важные. Но первое, это я уже говорила, что самое главное, это комплексные программы с персонифицированным подходом к кардиосоматической, мы ее называем, это соматическая реабилитация, вообще как раздел, да, это кардиореабилитация. И сегодня это преморбидная кардиореабилитация. Значит, далее это выделение программ телемедицины и использование искусственного интеллекта, это мониторирование пациентов на дистанте и как раз вот непосредственно, особенно на амбулаторном этапе, это третий этап, второй и третий этап перевод пациентов и затем на вот таком домашнем введении. Но у нас, я скажу, это только-только начало, используются уже много интересных таких, в общем-то, результатов. Но вот, да, скажем, на сегодняшний день, да, мы, наверное, самое основное, то, что мы должны делать, это внедрение все-таки программ ранней реабилитации после современных хирургических вмешательств, в том числе на клапанах сердца. Вот сегодня это важная тоже задача, которая должна быть реализована. И, в общем-то, сегодня есть уже успешные практики в Санкт-Петербурге, в Москве. Но вот мы сегодня тоже здесь, в Новосибирске, области начинаем этим заниматься. И что касается повод как раз телемедицине, реабилитация, значит, вот эти дистанционные, конечно, технологии, они обеспечивают, в общем, самые такие ключевые компоненты, в первую очередь, это обучение самого пациента, обучение физическим тренировкам, это обучение родственников, значит, вот использование специальных смарт-программ, мобильных технологий, которые сегодня, в общем-то, вот различные телекоммуникационные обеспечения сегодня внедряют. Ну и сегодня новые такие вот устройства, они нам действительно очень хорошо помогают, они тоже апробированы, это носимые или имплантированные устройства, которые позволяют осуществлять что? Самое главное – это мониторинг за успешным проведением тренировок, физических тренировок по различным видам активности. Аэробные, силовые тренировки. Конечно, это очень имеет важное значение. Ну и, конечно, сегодня это вот, нас очень радует. Это вот те самые обзоры, которые представлены по ключевым особенностям именно телемедицинской кардиореабилитации. И сегодня, в общем-то, достаточно успешно применяются в разных странах практики. И вот на сегодняшний день, в общем-то, показано, конечно, очень позитивное такое направление. Я думаю, что оно будет сейчас очень активно развиваться с использованием искусственного интеллекта. И, коллеги, вот хочу представить одну из баз, клинических баз нашей кафедры, нашего Новосибирского государственного медицинского университета. Это Новосибирск областной клинический госпиталь ветеранов номер 3. Мы имеем по кардиореабилитации
все три этапа, то есть это и стационарные кардиологические койки по медицинской реабилитации, и дневной стационар, и амбулаторное, отдельно амбулаторное отделение. То есть это сегодня вот такая вот система, она, в общем-то, позволяет эффективно работать, пациента направлять с одного на другое отделение, на этапы различные, и, конечно, в течение года это не менее двух таких, в общем-то, комплексных реабилитационных программ, которые реализуются на каждом этапе. То есть фактически раз в три месяца пациент может, значит, вновь получать комплексную реабилитацию. Это тоже очень-очень важно. Ну и, конечно, это пациенты, с которыми мы имеем дело, это коморбидные пациенты. Конечно, в основном это пациенты, которые нуждаются в комплексном подходе различных специалистов. Я немного сказала несколько слов вот как раз о мультидисциплинарной команде. Скажу, что обязательно для пациентов очень важно, крайне важно для кардиологических пациентов, это психологическая поддержка, психоэмоциональный такой статус, который тревожный, и о нем сегодня уже тоже вот говорили. Поэтому, безусловно, в команде есть клинический психолог, есть специалисты лечебной физкультуры, это врачи, инструкторы, и, конечно, это, в общем-то, физиотерапевты также, которые сегодня также имеют все проучены по физической реабилитационной медицине. Ну и вот очень важно, конечно, это оценка клинического состояния пациента, чтобы правильно выстроить программу. Это оценка исходного уровня активности и реабилитационного потенциала. А способен ли пациент выполнить вот те самые в программе, значит, которые выделены этапы. И здесь очень важно, конечно, это вот оценка функционирования сердечно-сосудистой системы, комплаентность пациента и его окружение. Ну и, в общем-то, сегодня вот так примерно строятся вот программы в соответствии с клиническими рекомендациями российского кардиологического общества. И вот ключевыми компонентами сегодня, вы посмотрите, обратите внимание, это является модификация основных факторов риска, это консультирование пациента по отказу от курения, каждый раз на визите мы оцениваем этот статус, это нездоровое питание. Вот, кстати, во всех порядках оказания помощи по кардиореабилитации, по медицинской реабилитации, также рекомендуется в состав специалист по питанию, врач-клинический диетолог. Ну и, конечно, это мероприятие по психологической поддержке. Я уже говорила о команде, где входит клинический психолог, и физические тренировки, которые контролируются четко, естественно, по показателям сердечно-сосудистой деятельности. И вот тест с дозированными физическими нагрузками здесь имеет очень важное значение. Вот я показываю вам реальное оборудование, которое мы получили. Это более 100 наименований за 2023-2024 год. Это оборудование, которое, в общем-то, это тренажеры, адаптационные тренажеры для именно пациентов кардиологического профиля. Но сегодня, безусловно, это имеет очень важное значение, вот именно с тестирования для пациентов и как раз вот количественная оценка потребления кислорода в условиях эргоспирометрии при вот такой вот опыт при недоступности или противопоказаниях теста 6-минутной ходьбы. То есть такие возможности есть. И вот посмотрите сегодня клинически, опять же, рекомендации мы обращаемся, как сегодня они представлены. Вот этот раздел, его ранее просто не было. Он был, в общем-то, вот вынесен сегодня отдельно. Это пациенты, которые перенесшие острый коронарный синдром. Значит, и пациенты именно задача по внедрению аэробных физических тренировок. То есть, по сути, это либо групповые, либо индивидуальные занятия лечебной физкультуры и работа на тренажерах, различных тренажерах.
Вот на сегодняшний день доказан, также показан режим, это умеренная интенсивность для улучшения функционального статуса, повышение физической работоспособности, ну и для низкой интенсивности начинаем мы программы и затем переходим на следующий этап, это высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые тоже очень полезны. Вообще лечебная физкультура сегодня с высоким классом и уровнем доказательности включена сегодня в программы кардиореабилитации, коллеги. Что мы видим, что сегодня нам дает вот как рейнольдский метаанализ и системный обзор? Это снижение сердечно-сосудистой смертности на 26%, снижение числа госпитализаций для пациентов и риска повторного инфаркта миокарда на 18%. Благодаря тем вот, значит, сегодня кардиореабилитационным программам, основанным на физических упражнениях. Это сегодня ключевой вообще компонент комплексного восстановления, комплексного лечения. Вот так выглядят наши залы. Их несколько залов, и вот в каждом отделении, вот три отделения, про которые я говорила, сегодня они оснащены. Также есть комплекс вот как раз социального изучения статуса, и вот выглядят сегодня вот так реальные залы. Это кабинет медицинского психолога. Очень большой зал, в нем тоже есть специальные тренажеры, комплекс акустических систем для коррекции психосоматического состояния, это аппаратно-программный комплекс. Ну, в общем-то, сегодня это позволяет, с одной стороны, проводить и диагностику, и в том числе коррекцию состояния. Ну и образовательные программы, образовательные школы. Это школа для пациентов, перенесших острый коронарный синдром. Сегодня эта вот школа внедрена в практике реабилитационных отделений. Это школа здорового питания. Все это, в общем-то, тоже включено сегодня в клинические рекомендации, и мы это тоже используем. Но я уже не буду останавливаться более подробно, скажу только, что на сегодняшний день все задачи по достижению целевых показателей, особенно для пациентов, имеющих коморбидные заболевания наряду с сердечно-сосудистыми, это в основном пациенты с сахарным диабетом, с хронической обструктивной болезнью легких, это пациенты требуют, конечно, индивидуального подхода. И пациенты, одна из таких тяжелых групп, это хроническая сердечная недостаточность, тоже сегодня прописаны четко клинические рекомендации, что таким пациентам, таких пациентов необходимо включать в структурированные программы комплексной кардиореабилитации с целью, опять же, какое повышение качества жизни пациентов, улучшение функционирования и повышение реабилитационного потенциала. Ну и вот у нас как раз вот заведующая нашим отделением Анастасия Алексеевна Толмачева, она представила такой случай, очень интересный случай. Пациент у нас, имеющий действительно, который перенес инфаркт миокарда, находился на программе федеральной. Он у нас проходил 3 курса в течение года. Это был стационарный этап, кардиологический этап. Ну и далее это 3-й этап. Он проживает в центральном нашем округе и как раз проходил реабилитацию на базе госпиталя, областного клинического госпиталя номер 3. Ну, вы видите все сопутствующие заболевания, сахар, диабет 2-го типа и хроническую сердечную недостаточность. И вот что была, какая разработана программа, которая включала как немедикаментозные аспекты, лечебную физкультуру, это психологические коррекции аспектов, вот прямо здесь необходимо было вот для этого пациента, и медикаментозный аспект. Ну и вот были выполнены, значит, обязательно включался в программу здесь мультидисциплинарной команды такие поставленные задачи. Вообще выставляется отдельно диагноз реабилитационный, составляется программа четко для каждого пациента и оценивается в дальнейшем эффективность. Но пациент прошел курс лечения в рамках 2-го этапа, был в полном объеме выполнены все программы, и на фоне лечения положительно отмечена динамика по результатам оценочных шкал, увеличилась толерантность к физической нагрузке, эмоциональная устойчивость, способность к самообслуживанию сохранена, и 3-й этап. Ну вот сейчас уже скажу, что 2-жды пациент был и в дневном стационаре в отделении реабилитации, и 2-жды в отделении круглосуточного стационара,
Поэтому, коллеги, очень важен такой вот формат работы на сегодняшний день, преемственность. И сегодня это позволит повысить качество жизни, снизить количество госпитализаций, количество осложнений, ну и повысить, в общем-то, выносливость наших пациентов. Спасибо, благодарю за внимание. Елена Николаевна, следующий доклад. Да, Павлякова Елена Николаевна. Доклад «Мультимодальная ультразвуковая визуализация сердца у онкологических пациентов». Крайне важная тема. Кардиотоксичность – это термин, который включает в себя различные нежелательные явления со стороны сердечно-сосудистой системы, вызванные противоопухолевой терапией. Кардиотоксичность может проявляться как во время химиотерапии, так и после ее окончания. И вот здесь мы приводим все основные состояния, которые могут быть связаны с применением химиотерапии, либо с лучевой терапией. Обычно дисфункция миокарда и сердечная недостаточность, которую мы связываем именно с лечением онкологии, и определяется как кардиотоксичность. Если мы обратимся к отечественным рекомендациям, обратите внимание, на что они обращают внимание в первую очередь. Они обращают на фракцию выброса левого желудочка, которую мы оцениваем в обычном режиме. При этом они обращают внимание более 50%, промежуточные 40-50 и менее 40%. Однако, если мы коснемся двухмерного режима фракции выброса, то здесь получается воспроизводимость фракции выброса 10-15%. Вы понимаете, что если пациент, вначале мы определили 55%, а на фоне лечения это будет 48%, возникает вопрос, а действительно ли снизилась фракция выброса? То в этом случае целесообразно использовать трехмерную визуализацию сердца с использованием оценки фракции выброса. Почему? Потому что здесь при оценке формы полости левого желудочка в трехмерном режиме нет никаких геометрических предположений о форме полости левого желудочка. Воспроизводимость при трехмерном режиме объема 2-10 мл, при двухмерной большей воспроизводимость фракции выброса 3-5%. Это межоператорская воспроизводимость при трехмерной эхокардиографии. И потом, масса миокарда, которую мы оцениваем при трехмерном режиме, совпадает с массой миокарда левого желудочка, которую мы оцениваем при магнитно-резонансной томографии. Следующий аспект касается глобальной деформации левого желудочка. Обратите внимание, если глобальная деформация изменяется на 8%, считается, никакой дисфункции нет. Серая зона – это процент изменения деформации 15-8%. И только когда глобальная деформация менее 15%, мы говорим о том, что здесь имеет место развитие субклинической систолической дисфункции левого желудочка в ответ на лучевую либо на химиотерапию, и здесь в этом случае, конечно, увеличивается риск кардиотоксичности. Вот позвольте вам привести клинический пример. Это молодая пациентка с раком молочной железы. До химиотерапии вы видите у нее нормальное значение, однако в ответ на химиотерапию у нее глобальная деформация левого желудочка значительно снизилась, и процент составил 23-15%. Следующий клинический пример. На что еще необходимо обращать внимание? Необходимо отдельно оценивать деформацию эндокардиального слоя, миокардиального слоя и эпикардиального слоя. В норме всегда деформация любого сегмента эндокардиального слоя всегда выше деформации эпикардиального слоя. Вот так выглядят полярные карты практически здорового пациента. Обратите внимание, это пациент с раком легкого. После проведения химиотерапии основного курса, вы обратите внимание, глобальная деформация не изменилась. Она находится в серой зоне, минус 9,9%. Но обратите внимание, я не знаю, как здесь свет включить, вот на эти вещи, обратите внимание, минус 9, 11, минус 8, минус 9.
То есть у эндокардиального слоя деформация меньше, чем у эпикардиального. То есть это мы тоже можем говорить, что здесь происходит нарушение трансмурального градиента деформации, и это также может свидетельствовать о кардиотоксичности и возможном развитии фиброза именно эндокардиального слоя. Почему мы так говорим? Потому что выполненные исследования в экспериментах на крысах показали, что в том случае, когда происходит снижение деформации у крыс, я повторяю, это экспериментальные исследования, у них в эндокардиальном слое появляется более выраженный фиброз по сравнению с эпикардиальным слоем и развивается апоптоз именно эндокардиального слоя по сравнению с эпикардиальным слоем. При этом подобная картина может отмечаться при раке любой локализации, как раке молочной железы, как при трансплантации костного мозга, когда пациент находится на химиотерапии, а также у пациентов с онкологией кровеносной системы. И еще совсем не описанный нигде феномен, но сейчас он реально обсуждается, а именно обращение на скручивание левого желудочка. На сегодняшний день апикальная ротация скручивания левого желудочка – это новые маркеры контрактильности левого желудочка, которые появляются намного раньше снижения фракции выброса левого желудочка. И обратите внимание, первое, два края, вот я ввела крайние, изменение глобальной деформации левого желудочка всего на 3%, 16 минус 13. Деформация эпикардиального слоя, это циркумференциальная деформация, она никак не изменилась. В то время как скручивание, обратите, в норме было нормальное значение, минус 11,3, в то время как при химиотерапии она стала минус 6,8. Фракция выброса левого желудочка в трехмерном режиме не изменилась. То есть она находится в норме. Следовать еще на что необходимо обращать внимание. Обращать внимание необходимо на функцию правого желудочка. Вот здесь традиционные показатели, которые мы обычно оцениваем. И последнее время, буквально последние десятилетия, появились такие показатели, как деформация свободной стенки правого желудочка и фракция выброса правого желудочка в трехмерном режиме. Почему я так говорю? Потому что в обычной эхокардиографии фракции выброса правого желудочка оценивать некорректно. И почему мы так обращаем внимание именно на эти два показателя? Да потому что прогностическим значением обладают из всех показателей, что я показала, только два показателя. Глобальная деформация свободной стенки правого желудочка и фракция выброса правого желудочка, которая оценивается в режиме 3D. Вот обратите внимание, это молодая женщина с раком молочной железы. Вы видите, что после проведения курса, после первого курса химиотерапии у нее значительно уменьшилась деформация свободной стенки правого желудочка. Там минус 21,9, после курса минус 15,9. Еще. Это пациент с периферическим раком нижней доли правого легкого. Я хочу сказать, это пациент мы исследовали еще до химиотерапии. Обратите внимание, фракция выброса правого желудочка 50%. Это норма. Пограничное значение фракции выброса для трехмерного режима – это 45%. Вы видите, здесь в трехмерном режиме фракции выброса левого желудочка 62%. Однако у пациента имеет место снижение уже в исходе, как деформация свободной стенки правого желудочка минус 19,9 и снижение глобальной деформации левого желудочка. Это говорит о том, что у пациента имеет место бивентрикулярная субклиническая дисфункция, которая, вероятно, свидетельствует о... Вернее, не свидетельствует, а является следствием негативного влияния любой онкологической патологии и раковой интоксикации на миокард. И обратите внимание следующее, что субклиническая систолическая дисфункция правого желудочка может развиваться при нормальных значениях фракции выброса правого желудочка. Эти данные полностью совпадают с данными литературы, которые говорят, что при развитии кардиотоксичности, как правило, снижается деформация свободной стенки правого желудочка, как при раке молочной железы, раках, плоскоклеточных раках легкого, так и при других проявлениях. Позвольте остановиться на двух клинических примерах.
мультимодальная визуализация. Больной 55 лет с периферическим раком нижней доли правого легкого. У него верифицирован диагноз по морфологии. Это плоскоклеточный рак высокой и умеренной степени дифференцировки. Итак, до и после химиотерапии вы видите, у него развитие кардиотоксичности, которое проявилось снижением фракции выброса левого желудочка, а также снижением глобальной деформации левого желудочка. У него отмечалось снижение фракции выброса правого желудочка, вы видите, и деформации свободной стенки правого желудочка. Кроме того, мы решили посмотреть, а почему только мы интересуемся только правым и левым желудочком, ведь кардиотоксичность может и проявляться изменением, функциональными изменениями предсердий. Но я, позвольте, напомню, что у предсердий имеется функция, делится на три фазы. Мы оцениваем функциональное состояние, либо деформацию предсердий в фазу резервуара, фазу кондуита и фазу памп, то есть фазу истинной контрактильности самого предсердия. И вот обратите внимание, у пациента после химиотерапии отмечается снижение деформации предсердия в фазу резервуара. Следующий клинический пример. Это пациент чуть постарше, ему 64 года. У него центральный рак нижнедолевого бронха слева с распространением инвазии. У него действительно доказан плоскоклеточный рак умеренной степени дифференцировки. Итак, что у него после химиотерапии? Мы видим, что у него в исходе была снижена деформация, но она существенно не изменилась. При значениях фракции выброса в трехмерном режиме тоже, вы видите, особого изменения нет. Фракция выброса правого желудочка не изменилась, как и не изменилось систолическое давление в правом желудочке. Однако деформация свободной стенки правого желудочка у него снизилась. Видите, в исходе 28,8, после терапии минус 13,9. И деформация правого предсердия значительно снизилась как в фазу контрактильности самого предсердия, так и в фазу резервуара. Таким образом, бивентрикулярное снижение глобальной деформации может наблюдаться до начала химиотерапии онкологических больных, что, вероятно, свидетельствует о негативном влиянии раковой интоксикации на миокард. Субклиническая систолическая дисфункция правого желудочка может диагностироваться при нормальных значениях фракции выброса у онкологических пациентов. И оценка систолической функции правого желудочка должна быть включена в рутинное клиническое исследование у всех онкологических пациентов в процессе лечения как для раннего выявления поражения миокарда и назначения своевременной кардиопротективной терапии и оценки прогноза у этой категории пациентов. Спасибо за внимание. Да, вопросы обязательно, конечно, будут. Так, спасибо, Елена Николаевна. И у нас заключительный вот по программе доклад. Представляем Гражданкина Игоря Олеговича, Новосибирск, заведующий кардиологическим отделением РСС на базе ЦКБ. Пожалуйста, тема доклада. Клинические исходы пятилетнего постинфарктного периода у пациентов с полиморфизмами генов. Здравствуйте. А какова актуальность этой темы? Актуальность темы такая, что мы сейчас пользуемся в основном тикагрелуром для лечения пациентов с УКС с подъемом, без подъема сегмента СТ, однако есть часть пациентов, которые нуждаются в терапии клопидогрелем. Это пациенты высокого риска кровотечений, и как бы актуальность терапии клопидогрелем в какой-то момент времени снизилась, и на данный момент она опять вернулась. И последние рекомендации с 2020-го говорят о том, что мы должны оценивать пациентов на риски кровотечения и пациентам с высокого и крайне высокого риска предлагать менее агрессивную терапию, чем терапия тикагрелором, в частности, старым добрым клопидогрелем. Проблема клопидогреля заключается в том, что его эффекты генетически детерминированы, и наличие определенных аллелей, второй и третий в частности, так называемый loss of function аллелей, ассоциировано со снижением активности клопидогреля, метаболизма
клопидогрели как такового. Наоборот, 17-й ген CYP2C19 ассоциирован с повышением антитравматических свойств, так как пациенты, которые имеют такие аллели, являются ультрабыстрыми метаболайзерами клопидогреля, что ассоциировано с повышением риска кровотечений. Ну вот, собственно говоря, современные тенденции терапии представлены непосредственно здесь на слайде. Максимально агрессивная терапия должна быть в острую фазу лечения острого инфаркта миокарда или острого коронарного синдрома, и тогда, когда мы пациентов подвергаем оперативному вмешательству, ну и в последующем как можно быстрее решение вопроса в послеоперационный и амбулаторный период лечения пациентов для уменьшения риска кровотечений у таких пациентов. А какова научная гипотеза исследования? Была в том, чтобы оценить, собственно говоря, влияние полиморфизма гена CYP2C19 на метаболизм клопидогреля, играют ли они вообще какую-то роль. И идея была такая, посмотреть это на протяжении 60 месяцев наблюдения, потому что большинство работ посвящены все-таки годичному или двух-трех максимум годичному наблюдению за такими пациентами. Каковы критерии? Критерии простые. Пациенты с инфарктом, которые подвергались ангиопластике со стентированием, в меньшей степени шунтирования. Пациентам проводилось генетическое тестирование, и критерии невключения были представлены непосредственно здесь. Принципиально пациенты, которые имели осложненное течение в переоперационный период, исключались из исследования для того, чтобы не было проблем интерпретации осложнений терапии клопидогрелем. Схема непосредственно представлена здесь. В конечном итоге после скринингов в исследование попало 363 пациента, два пациента, к сожалению, стали недоступны для контактов. Абсолютное большинство пациентов закончило исследование к 60 месяцев, то есть мы знали данные про всех этих пациентов. Группы в целом представлены здесь, ничего особенного. Обычные среднестатистические пациенты, может быть, тут нет пациента с тяжелой сопутствующей патологией, но это был одним из критериев исключения в это исследование. Но в целом это обычные среднестатистические, которые применимы. Эти критерии, скажем так, входные критерии применим абсолютно для большинства пациентов. Какова особенность? Что мы получили? Мы получили 25% гетерозигот, то есть пациенты имели генотип 1-2, и 14 пациентов, или 3,9, имели гомозигот. Таким образом, условно говоря, почти по 30% пациентов имели, скажем так, потенциально нарушенный метаболизм клопидогреля. 17-я аллель, 3-я аллель, наиболее реже встречаемая, она встречалась не так часто, 1,7%. Ну и норма была выявлена 252 пациентов. 111 пациентов имели нарушенный генотип как таковой. 17-я аллель встречалась несколько под другим критерием принципиально оценивается гомозиготный вариант, это 7,7% населения. Опять же таки, наверное, имеет значение подчеркнуть, что это абсолютное большинство пациентов, это пациенты, которые живут у нас здесь, в Новосибирской области. Каковы результаты сравнения двух групп? Принципиальных разниц не было, кроме одной разницы. У пациентов, которые имели носители вот этого пониженного метаболизма, loss of function аллели, так называемые, имели чуть больше инфаркт миокарда, чуть больше повышения тропонина и больше, имеется в виду по размеру инфаркт миокарда, имели чуть меньшую фракцию выброса. Но клинические значимости все-таки нет. События, которые произошли за 12-60 месяцев, представлены непосредственно здесь на слайде, обращает внимание, что смерть не так часто возникала в 12-месячный период. Кстати говоря, тогда, когда еще не было никакой реабилитации, когда делалось это исследование, интересно было бы сравнить, на что влияет реабилитация. И на 60 месяцев 9% пациентов также умерли. Какова первичная точка? Взаимосвязь полиморфизмов генов от сниженного метаболизма клопидогреля на развитие первичной и конечной точки – это смерть от всех причин, повторный инфаркт миокарда или инсульт, на 60-м месяце наблюдения, то есть через 5 лет наблюдения. Но, как вы видите, разницы по основным точкам не было показано нигде. Ни в летальности от всех, смертности от всех причин, ни в повторном инфаркте, ни в инсульте, ни в комбинированных точках. Ну и самое интересное, что принципиальной разницы не было
показано и в повторных процедурах ЧКВ или АКШ в этой категории пациентов. Ну и заключение по первичной точке. Необнаруженная связь носительства вот этих loss of function аллелей, геноцип 2C19, наступление первичной и конечной точки. Причем интересно, в субанализах по различным подтипам также не было выявлено там гомо, гетерозиготы, разница между двумя группами носителя и неносителя. Вот так это выглядит на графике. Как мы видим, кривые немножко расходятся в течение первого года, и потом начинается такое слияние в конечном итоге к 60-му месяцу наблюдения. Вторичная конечная точка. Что было с той же точкой, только сердечно-сосудистая смерть, повторный инфаркт миокарда и инсульт на протяжении 12 месяцев наблюдения. В комбинированной точке разницы нет, данные представлены здесь, непосредственно вот на слайде, как мы видим. Но если выделить отдельно гомозиготный вариант, то есть пациенты, которые потенциально вообще никак не должны метаболизировать клопидогрель, то разница между диким типом, то есть с нормальным генотипом и не с гетерозиготой, разница была, и вот отношение шанса 6,34. Возникает вопрос, за счет чего тогда возникают события в течение 12 месяцев. Принципиально ответ – это инфаркт миокарда, данные непосредственно представлены здесь. В объединенной группе носительство, с одной стороны, не выявляло никакой разницы, но в гомозиготном варианте, как мы видим, разница в событиях происходила. Это непосредственно имеет отражение на слайде отношения шансов 5,45. Что же было с инфарктом миокарда через 60 месяцев? Если через 12 месяцев разница была, то через 60 месяцев, через 5 лет разницы в событиях нет. Та группа пациентов, которая имеет нормальный генотип, такое впечатление, что догоняет количество пациентов с гомозиготным вариантом, и наоборот, у пациентов гомозиготного варианта не увеличивается количество ишемических инфарктов миокарда вообще как таковых, и к 60-му месяцу все кривые опять в различных подгруппах сходятся. Относительно кровотечений и 17-й аллели, принципиально не было показана роли в однофакторном анализе, а в многофакторном анализе все-таки это играет, но тогда, когда существует сочетание определенных факторов, это и повышение креатинина, и возраст, и наличие просто реваскуляризации без имплантации стента, это увеличивает риски кровотечения у пациентов-носителей 17-й аллели. Ну и важная часть, все-таки какова была основная причина смерти у пациентов, были ли какие-то выявлены предикторы. Предикторы мы получили самые простые в нашем исследовании, это повышенный креатинин, сниженный гемоглобин, хотя не так сильно, снижение все-таки фракции выброса и более старший возраст являлись предикторами неблагоприятных исходов к пяти годам наблюдения за этим пациентом, и в отдельном анализе это не было показано по loss of function аллелям на клопидогреле. Какое заключение можно сделать? Вот такое развернутое, большое заключение. Но в целом можно сказать, что, видимо, по нашим представлениям, вот полиморфизмы гена CYP19 и вторая, третья аллели, видимо, не играют принципиально важной роли на протяжении тогда, когда мы лечим длительное время наших пациентов и длительное время наблюдаем этих пациентов. Но как, собственно говоря, наше исследование подтверждает и ранее имеющиеся данные о том, что это имеет значение в первые 12 месяцев, особенно в гомозиготном варианте. И, вероятно, поэтому этим пациентам, которым гомозиготный вариант носительства вот этих loss of function аллели, это приводит в конечном итоге к неблагоприятным событиям. Клопидогрель у этих пациентов не может быть препаратом выбора. По поводу кровотечения спорное, но, в общем, я это пропущу. Есть традиционные факторы риска, с которыми мы сталкиваемся с нашими пациентами, требуют такого внимательного, в дальнейшем внимательного наблюдения, внимательного контроля на различных этапах там, реабилитации второго и третьего этапа как такового. Ну и практические рекомендации, они простые. Практические рекомендации, на самом деле, сводятся к элементарному такому правилу, как мне кажется, что все пациенты должны подвергаться, если пациент попал с УКСом, с инфарктом миокарда в отделение,
получил соответствующее современное лечение, он должен быть тестирован на генотип для того, чтобы пациентам можно было как на этапе стационарного, так и на амбулаторном в последующем жонглировать антиагрегантными препаратами или тикагрелором, и клопидогрелем, осознанно и обоснованно снижая риски как ишемических, так и геморрагических событий. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, ну что, у нас еще есть несколько минуток, чтобы мы вот закончили буквально 3 минуты наш симпозиум. И, пожалуйста, вопросы. Так, микрофон передаем. Да. Вот микрофон, пожалуйста, возьмите. Я не знаю, зовут, к сожалению, к своему. Елена Николаевна, у меня вопрос. Вот вы сказали про правые отделы. Есть данные о том, что МРТ особенно. В МРТ тоже можно желез считать. Вот. И есть данные о том, что все-таки ремоделирование, все процессы ухудшения начинаются с правых отделов. Ну, это вот, по мнению МРТ-ологов, так скажем. А вы также считаете или нет? Что да, все... я так считаю. То есть... Вообще вся оценка должна быть, более детальный анализ должен проходить не левую, к которой мы привыкли. И когда мы говорим, там левый, там такой-то, нет, такой-то стал. Я считаю, что моделирование процесса что процесс ремоделирования может протекать как бивентрикулярно, так либо что-то преобладает левой или правой. Конечно, здесь должна быть детальная оценка именно трехмерной реконструкции. Почему здесь нельзя сопоставлять ремоделирование магниторезонансной томографии и эхокардиографии? Эхокардиография – это исследование первой линии. МРТ – это более дорогой, длительный способ, но он делает некоторые вещи более точно, то, что не можем мы по эхокардиографии. Мое мнение, что вначале проводить эхокардиографию, потом смотреть на МРТ, если что-то эхокардиографии выявляет. Я вам говорю, это и к правым отделам. К сожалению, не все мы можем оценить все по правым отделам эхокардиографии. Мы можем оценить только тогда, когда левом желудочке четко участвует продольное сокращение. Циркумференциальное сокращение, к сожалению, на сегодняшний день по эхокардиографии и по МРТ это невозможно. То есть истинные все эти ремоделирования, я поняла ваш вопрос, мы не можем так еще оценить. Пока это еще загадка, правый желудочек. Елена Николаевна, тогда встречный вопрос, он пересекается немножко с вопросом Игоря Олеговича. У меня тоже возник вопрос, и я не поняла, правильно ли я поняла, что специфичность именно правого желудочка для кардиотоксичности химиотерапии? Я не говорила о чувствительности, специфичности, о преобладании правого или левого желудочка. То есть я нет. Просто коснулась того, что во всех рекомендациях пишут фракция выброса и глобальная деформация левого желудочка. Ни в одних рекомендациях не указано правый желудочек. Желудочек вообще. Ну, поэтому такие вопросы у нас и возникли. Есть ссылка, да, она есть, но мы будем говорить, такого нет. Там нет фракции выброса правого желудочка в 3D, там этого нет. Понимаете, я просто коснулась целесообразности оценки функции правого желудочка. Дополнительная возможность. Дополнительных возможностей. Угу. И я коснулась того, что несмотря на то, что фракция выброса правого желудочка нормальная, страдает субклинической дисфункцией. Я ни в коем случае не сопоставляла ни чувствительность, ни специфичность, угу. Ни левого, ни правого желудочка. Это не входило в мои цели, и я специально этого не касалась. Угу. Все понятно, спасибо большое. То есть это возможности. Практический вопрос, как вот практического доктора. Вы показывали это в рамках какого-то научного исследования, и это доктор делает на приеме онкологического пациента? Нет, сколько конечно. Вот по это, времени, это же все расчетное. Это очень длительное исследование, да, да. Я вам говорю. Один больной занимает 1.5 часа, вот, не да. Считая расчетов. Конечно, эти исследования выполнены на машине экспертного уровня. Почему нельзя это сделать в практическом здравоохранении? Первое, нет машин.
ультразвуковых машин. И второе. Главный врач, как обычно, гонит быстрее, быстрее, быстрее. Чем больше опций мы подключаем, тем больше удлиняется время на эхокардиографии. В то время как врачу записывают 20 человек. Конечно, он этого ничего не сделает. Про все, что я касалась доклада. Нет, глобальную деформацию мы можем оценить во всех машинах, ну, будем говорить, хорошего профессионального уровня, включая китайские, корейские машины. Да, глобальная деформация, она оценивается, ну, где-то, ну, будем говорить, ну, 2 минуты, ну, 3. Но если мы будем говорить о 3D-эхокардиографии, если мы будем говорить о деформации, отдельно обсчитать эндокардиальный слой, эпикардиальный слой, это будет еще удлиняться время. Если мы будем говорить о трехмерной реконструкции правого желудочка и его оценке, это еще будет удлиняться на 5-10 минут. А если будем касаться предсердия, то это еще будет удлиняться на 5-10 минут. Таким образом, час-полтора один больной займет, при условии, что это больной хорошо визуализируется. А если больной плохо визуализирует, то здесь надо делать настройки-постройки. Это опять уйдет минут 5. Вы меня поняли? Спасибо. Можно Я не онколог, я просто врач эхокардиографии и кардиолог. Но я вам скажу, я не вижу разницы. Да, еще последний, единственный. Ага, тоже частично ответили. Важно понимать, вот если мы хотим оценить кардиопротективный эффект препаратов, какой все-таки параметр для вас считается наиболее значимым? Я не говорю сейчас про клинические рекомендации. Вот с вашей точки зрения, как практика. Здесь все зависит от какой вы кардиопротекторный препарат возьмете и какая нозология. Если вы лечите, допустим, сердечную недостаточность, низкая фракция выброса, и, допустим, к лечению, там он принимает все препараты, фарсига, все это, конечно, вы здесь получите и улучшение фракции выброса, левого желудочка, вы можете получить и уменьшение какой-то объемов, и уменьшение степени митральной регургитации. Если же мы возьмем мелдронат, то я глубоко сомневаюсь, что мы здесь, допустим, получим какие-то улучшения. Я просто говорю. Я глубоко сомневаюсь, что если фракция выброса у пациента была нормальная, глобальная деформация нормальная, я глубоко сомневаюсь, что здесь мы будем... Ну, вы получите, было 21, станет 22. Я считаю, что если заниматься и применять эти технологии, то они более эффективны у больных с низкой фракцией выброса. Это можно использовать у больных с промежуточной фракцией выброса. Это можно использовать у больных с диастолической сердечной недостаточностью, потому что здесь очень много спорных вопросов. Вот это важно, очень диастолическая дисфункция. Но если вы будете брать первый тип, то вы здесь мало что получите. Здесь я имею в виду, когда имеет место гипертрофия левого желудочка, гипертрофическая кардиопатия, амилоидоз сердца, вы пытаетесь как-то внедриться, то я надеюсь, что здесь можно получить, допустим, саркоидозное поражение сердца, назначение гормонов, здесь вы, конечно, получите и улучшение деформации, и улучшение миокардиальной работы, и получите повышение фракции выброса. Ну, вы знаете, аутоиммунные процессы разные. Я не специалист в этих заболеваниях. Я просто не знаю, как, ну, какие-то больные с чем. Что вы имеете в виду? Системную красную волчанку? Не знаю, у меня нет такого опыта. Не знаю, у меня такого опыта нет. Я чистый кардиолог, не ревматолог, поэтому я здесь не могу. Спасибо. Спасибо большое. Да, конечно, пожалуйста. Игорь Олегович, вот сегодня буквально полчаса назад в соседнем зале выступал профессор Ломакин, Москва.
Да, вот он показал, что идет резистентность к лопидогрелю достаточно высокая. Рекомендовал назначать как бы тикагрелор с этой целью и показывал, как бы, как идет агрегация тромбоцитов в высоком разрешении электронный там, эмиссионный микроскоп. Да? И как бы можно ли как бы, вот эту резистентность объяснить с вашей точки зрения вот этим полиморфизным геном? Да? То есть, как бы, и рекомендовать как бы, у больных, которые не принимают брилинту, да, тикагрелор, а рекомендуем мы, допустим, планируем длительно их на клопидогреле, как ну вот вашу вот эту генетическую. Ну я думаю, что да, как часть пациентов проигрывает от терапии клопидогрелем именно по генетическому. Причинам. Это первое. Второй тикагрелор, конечно, он работает у всех. Ну, вроде бы у всех работает, скажем так. Хотя есть варианты различные, но неважно. Точно сильнее, чем с одной стороны. И мы знаем, что это так есть. И мы к этому привыкли. Мы фактически сейчас абсолютному большинству пациентов назначаем именно тика, а не клопи, с одной стороны. С другой стороны, хирурги сталкиваемся с проблемой, и врачи-неврологи сталкиваются с двумя проблемами. С проблемой желудочно-кишечных кровотечений, которые, к сожалению, фатальны, а геморрагические инсульты, неизвестно, что лучше, выжил человек или остался живым. Это большая проблема, ну и жизнь показывает, что это сложность. И как бы такого однозначного ответа нет. Собственно говоря, работа и показала то, что даже если есть нарушенная генетика, это не так-то уж и плохо на самом деле, потому что эти пациенты, может быть, не умирают от геморрагических осложнений. И поэтому вот этот баланс, он как бы непонятен. Но с другой стороны, как бы, зная генетику, если бы мы знали бы у всех пациентов генетику, мы бы всегда могли спокойно работать препараты. Более того, вы сейчас знаете, что в последних рекомендациях аспирин и клопидогрель для стабильной ИБС стал как бы вот на одну линию. Да, и возникает вопрос, а стоит ли переходить на монотерапию клопидогрелем, если у пациента будет нарушена генетика, когда сроки там постинфарктные, там послереваскуляризационные прошли на тикагрелоре. Поэтому вот так. Мне кажется, что генетический тест, он должен быть введен, и как бы это облегчит жизнь всем. Самое главное, что это снизит нагрузку на здравоохранение, потому что тикагрелор пока что сильно дороже, чем клопидогрель, особенно дженерический. Ну да, это у нас вот приличное было количество. А вот можно я тогда, Оксана Николаевна, вам задам вопрос? Посмотрите, я, ну, наверное, не очень положительно отношусь к реабилитации, к современной реабилитации. Почему? Потому что, ну, я вижу, как она проводится, и как бы мне не совсем понятно, я вообще не могу понять, почему ШРМ придумали для кардиологических пациентов. Мне кажется, это придумано. Ну, ладно, это начальный этап, и в целом, наверное, движение будет хорошее. Меня одно интересует. То, что сейчас предлагают реабилитационные программы, не сильно отличается от имеющихся и ранее рекомендаций о том, как нужно менять жизнь там, и так далее. А существуют ли сейчас какие-то сравнительные данные о том, что вот мы жили без реабилитации 1000 лет, а вот сейчас в последние там, 2 года мы живем в реабилитации. И где было бы показано, как вот было плохо, какое было давление там вот до реабилитации, какое стало давление сейчас после реабилитации, в реабилитационных программах? Как плохо достигался холестерин тогда и как холестерин достигается либо при низкой плотности сейчас и так далее. Есть ли вот какие-то данные, твердые данные, которые бы показали, что это именно так на больших массивах данных, прежде всего? Да, вы знаете, что спасибо, конечно, такой за интерес проявленный. Вот, но я скажу, что сегодня это направление развивается. Я вас перебью. Это не интерес, это боль, потому что мы занимаемся первым этапом реабилитации пациентов с инфарктом. Да, я знаю хорошо ваши вот как раз вот тот самый центр, задачи эти, которые стоят. Но на самом деле сегодня, конечно, без уторы действительно не только шкаф.
по шкалам оценивают, вот то, что мы с вами имеем, это действительно шкалы больше неврологические. Я с вами полностью согласна здесь. Но там на самом деле есть еще и другие, вы знаете. То есть сегодня это большой спектр, и вот он вообще очень трудоемкий, чтобы вот оценить по всем шкалам. Да, где-то там реабилитационный потенциал, я согласна, но другие, они вот тоже мною и коллегами-реабилитологами, они критикуются, эти шкалы. То, что сегодня есть очень много исследований, где исследуются маркеры. Маркеры воспаления, эндотелиальной дисфункции, окислительный стресс. То есть это все есть. И конечные твердые точки, и снижение смертности. Все это показано. Исследований очень много. И вот у нас, допустим, команда Артюнов и его команда вообще, вот они занимаются вот как раз исследованиями, влияниями, оценивали пятилетнюю вот непосредственно выживаемость пациентов и оценка сердечно-сосудистой смерти и от всех причин вообще у пациентов на реабилитации. То есть у них также, вот как вот, допустим, я вот представила, что это три, не менее трех курсов, значит, и вот сейчас у них пошли такие исследования, очень интересны по телемедицинским технологиям. То есть не отпускать пациента, чтобы пациент находился под постоянным наблюдением. Вот эта вот работа, то есть достижение показателей целевых, расширение его вот возможностей, увеличение, ну, как бы же результаты. Сегодня реабилитация, конечно, бурно развивается за рубежом, и вот онкологических пациентов реабилитация. Мы еще этого не видим. Вот вообще не только в Новосибирске. В России это отстает направление. Вот реабилитация онкозаболевания больных. Вот. Но таких, в общем-то, сегодня много практик. Вот из общесоматических, вы знаете, что нам привез ковид, вот постковидный реабилитация, она так достаточно успешно, ярко показала результаты и очень интересные, хорошие результаты. Вот сейчас кардиореабилитация подняла голову, и вот мы вот видим уже вот за последние вот буквально, ну, наверное, 3-4 года много было неврологических послеинсультных, но вот сейчас пошла вот кардиореабилитация. Я думаю, нужно улучшать эту практику, внедрять, и, конечно, должны быть, вот я здесь согласна с Игорем Олеговичем, что это должны быть не вот физиотерапевты, переученные в физическую реабилитацию, медицина, а профильный спелетологов об этом говорит. Я присутствую на многих конгрессах российских, то есть говорят о том, что у нас вот стало, как у нас специалисты, физиотерапевты их переучили, ФРМ. И, конечно, ну, они, в общем-то, должны быть в команде. Это безусловно, им уделяется большое внимание, но это должен быть профильный специалист. Невролог, кардиолог, ну и терапевт. Вот такая позиция. Ну что, спасибо, мы хорошо все отработали, все, наша повестка исчерпана. Я думаю, что мы все удовлетворены, и сегодня, конечно, региональный конгресс с такой хорошей явкой в целом, но вот к концу дня немножко так все это, я думаю, что замечательно будет. Всем спасибо, и завтра второй день тоже поддержим Россию.